Привет. Хочу показать, как устроена скрипка. Это вот скрипка. Что можно про нее рассказать? Что есть мостик, который кладется на плечо. Есть подбородник, куда кладется подбородок. Вот. Также есть подставка. Вот такая. Есть подгрифник. Что еще? Вот так выглядит скрипка без струн, без подставки, без подбородника, без мостика. Вот. У скрипки эта часть называется корпус, эта часть называется шейка. Вот. Примерно вот так выглядит корпус скрипки и вот так шейка вместе с грифом. Вот. Сам корпус состоит из трех частей. Это верхняя дека, вот, нижняя дека и обечайка. Вот. Шейка, она имеет гриф, вот, порожек, колки. Что еще? Ну все.